Я вот такая вот находчивая. Девушка-находка! На-на-на! Может быть, на нее надо было светить фонариком? Ну, сейчас полиция приедет, ее заберет. Ребят, я вышла на новый уровень летсплеев. Теперь я снимаю видео на азиатских языках, понимаете? Я бы хотела включить здесь английский язык, но моя не понимать, как это сделать. Я все посмотрел, ничего нет. Но, вроде бы игра страшная. А, за нами будет что-то бегать. Так что, усаживайтесь поудобнее. Это мы с вами начинаем страдать в этой игре. Надеюсь, мы хоть что-то с вами поймем. Но если не поймем, то хотя бы посмотрим. Поехали. Игра, кстати, называется Акаи Оно. А, подожди, может быть, я где-то здесь найду? Ото Пикси Саунд Фаунд, thank you. Это выход. Вот, выход написано вот так. Это что? Это спасибо, особая благодарность. Это настройки как раз-таки те самые. Ага. Но нигде нет английского. Значит, получается, начать игру... А, вот! Тьфу ты, ёпты! Оно было, оказывается, здесь! Короче, Акаи Оно называется игра. Ёпты, я-то уже все, у меня уже сердце в пятки ушло. Ой, блин, называется слепошарая срака. Ладно, 10 из 21, или... А, это, наверное, 10-е, 21-е, типа. 21-й год, 10-е число. Я иду домой слишком поздно, но не надо ходить домой слишком поздно. Вокруг очень темно. Мне нужно повернуться домой как можно скорее. ВСД двигаться, интеракт, флешлайт, фонарик, бегать и контрол. Все, все понятно. Опять вот эти у нас уютные улочки, тоненькие, классненькие, хорошенькие. Это что такое? Какой-то злостный персонаж, действительно. Прям очень жесткий. Какая-то вентиляционная шахта, можно кокулю отложить, запрятать там. Но мы так делать не будем, конечно. Какая-то девушка красивая на меня идет. Смотри-ка. Здравствуйте. Здрасте. Ой, какая красивая. Проститутка, наверное. Что такое? Что? Что такое? Что? Что? Хочешь, я тебя подмигну? Чего ты? Давайте за ней проследим. Пусть она будет бояться меня. Ну, такая попочкой-то виляет. Будем ее пугать с вами. Но она ж куда-то идет. Причем, смотри, она совершенно спокойна. Она не думает, что я маньяк. То есть она меня не боится даже. Ой, она заметила. Сисюльки. Мне не в ту сторону. Ну, ё-моё, я хотела посмотреть, куда она идет. Всё, малину мне испортили. Ну, что такое? Я так понимаю, это та самая Акаи Оно. Та самая непонятная женщина в красном. Красная бабочка, мы будем ее с вами называть. Поэтому имейте это в виду. А где я живу? Ну, там, очевидно, перекрыто. Позвонить кому-нибудь хотим. Помощь друга. Видать, я живу где-то здесь. Так, слишком поздно. И слишком опасно. Я испуган. Мне нужно вернуться домой как можно скорее. Зайка, я не знаю, где ты живешь. Мой дом не в этой стороне. А где твой дом? Ё-моё, а что? Может, такси вызовешь? Чё вообще ты сыкло такое-то? Мужик ты или кто? Чё вообще за сыкля? Вот чё-то он... Вот чего он боится? Чего он боится? Так, не в этой стороне мой дом. Хорошо, может быть, в той стороне тогда мой дом? Но я уже везде потыкалась. Да, вот он мой дом. Он меня просто спугнул. Спугнул тем, что начал говорить всякую фигню. Фига тут мух много. Кто-то выкинул криповую куклу. Очень криповая кукла. Ну, бывает. Кто-то делал ей модную прическу. Расчеши меня расческа. Меня это как бы не смущает. Ну, мало ли у кого какие куклы. Спортсмен, наверное. Может быть, у него секс обламывается. Побежал за презервативами. Как бы.
Что-нибудь купить, попить? Нет? Я так понимаю, мне на свет. Я тоже теперь выгляжу, как этот мужик. Как будто бегу, что мне что-то там светит. Не знаю, насколько долго или короткая игра, но посмотрим. Ну, тут хотя бы освещено. Вот, все, видишь? Нормальные пошли дороги. А так описывал, что так страшно. Господи, циклоты. Надо идти наслаждаться, наоборот, прогулкой по городу прекрасному, чудесному. Блин, у этих мусорок такое ощущение, что как будто глазки, да? Где же мой дом? Мои двери закрыты. Проблема реально в том, что я не знаю, где я живу. Наверное, я живу вот здесь. На самом верху, да? Окей, я понял. Спасибо большое. Можно я пойду? Я ж секун такой. Ой, страшно мне. Значит, на самый верх. Я уверена, сейчас за мной кто-нибудь будет наблюдать. Смотри. Вот так пока никого нету. Сейчас кто-нибудь на дороге появится. Еще выше. Еще один пролет. И будет у нас залет. Еще один пролет. Ну вот, мы добрались домой. Все хорошо. А стоило переживать-то так. Я знал, что все хорошо кончится. Все. Теперь дома можно включить свет. Дома вон фен у нас. Маленькая кухонка. Пописать можно, покакать. Это я здесь включил свет? Я везде включу свет. Что-то у меня телевизор херово работает. Я выключил телевизор, но, возможно, я забыл. О, это очень странно. Я полагаю, я забыл выключить его. Действительно. Занавешиваем шторки. Я устал. Нужно пойти в кроватку. Ну, иди в кроватку. Мой сладенький пупсик. 10-24. То есть, это получается следующий день. Я опять возвращаюсь домой. Что-то поменялось. Как будто бы подкрасилось что-то, да? И вон там впереди что-то стоит. Какие-то кусты шевелятся. Ладно, меня так просто не напугать. Меня так просто не напугать. Не, ну реально что-то изменилось. Оно как будто бы стало красным, да? Мне кажется, это просто нам сон. Подождите-ка. Это сон. Ой, господи, офицер полиции. Здравствуйте. Я думала, это наш персонаж. И чё? Что такое? Я из полиции. Да ладно, а я думала... Ну, правда, джинсы у вас какие-то странные для полицейского. Ну ладно, может быть, вы гача-муча. Что вы делаете так в такой час? Я иду домой. А как мне кликнуть? Я иду домой. Так поздно ночью? Это слишком странно. Но вы же мне не врете? Не-не-не. Я пойму, это по вашему лицу. Кстати, куда это вы идете? Вы ведете лекции в университете? Не знаю, может быть. Вы были там 3 дня назад? Почему вы меня об этом спрашиваете? Вообще-то, произошло убийство 3 дня назад. Жертва парочка. Первой была убита спящая жена. Затем был убит ее муж, который вернулся домой. Тела пролежали много времени и, короче, были где-то там. И вы теперь говорите, что идете домой? Ну, я видел мужчину бегущего 3 дня назад. А, он меня опрашивает, не видел ли я чего-то подозрительного, когда шел так поздно домой. Ну, смотрите, ну, женщина как бы хорошо. Я видел бегущего мужчину. Я видел мужчину, который бежал. Возможно, это важная зацепка для вас. Больше я ничего в этот день не видел. Уже поздно. Мне нужно идти домой как можно скорее. Спасибо. Странный полицейский, конечно. Я ему не доверяю, он не выглядит как полицейский. Но, скорее всего, по классике жанра, эта женщина в красном что-то сделала. Любовница какая-нибудь. И вот тут... Кукла была. Ты полицейский кинул? Ни хрена себе. Скакнуло напряжение, да? Не, ну вряд ли мужик.
Мужик, скорее всего, просто от чего-то убегал. А вот женщина была подозрительной. Но понимаешь, я же скажу, что я видел... Теперь я слышал выстрел. Мне насрать, я иду домой. Ничего не знаю. Блин, а может быть проверить? Пошлите проверим, может быть что-то с полицейским случилось. Пойдем посмотрим. Ну все-таки это ж надо ж это... Бдить, мы же бдительный гражданин. Шаболдаемся тут среди ночи, поэтому надо посмотреть. Что там произошло? С мистером полицейским. Может он там лежит, ему помощь нужна. Может он споткнулся. Так, чисто проверим. Ой. А что это тут? Так он же ушел. Я не видела ничего подозрительного. Просто у офицера отпали помидорки. Все. Ничего не знаю. Просто он потерял свои помидорки. Я иду домой. Я тот самый человек, который такой, буква Ю побую. Я домой сейчас иду. Я на работе уставал и хотел, я очень спал. Вот. Поэтому пойдемте. Ну их нахер. Че он мне тут втирает какую-то дичь? Не надо, дядя, не надо. Я иду домой. Ой, кстати, а что-то сегодня здесь темнее гораздо. Что-то как-то вчера было посветлее, как будто бы. Опа. Опа, шобла идет. Слышите? Каблучки. Цокает. Это что такое? А, это дерево, господи. Я думала, обезьяна какая-то гигантская висит. Что-то вороны. Ну, это, видать, тетка что-то творит какую-то хероту. Вороны что-то на меня слетают. Слышите, вороны, я не говно. Не надо, я пошел домой. Ну, я слышала цоканье, но как бы ладно, подцокала она и все. Ну, понравился я просто телочке, и как бы, да. Ну, что, я могу что ли запретить? Я парень обаятельный. Очень даже таки. Ворон сколько? Капец. Как будто бы как коршуны над трупом. Вот здесь же я живу, да? Главное, что я вернулся домой. Могу теперь поспать, отдохнуть. Ничего не вижу. Странно, что убили моего соседа. Я не хочу возвращаться снова. Я голоден. Я должен что-то найти в холодильнике. Так давай найдем что-то в холодильнике. Что у нас есть? Какие-то суси. Пончик, чпончик. О, ай. Ой, блин. Я закрыла себя в холодильнике. Что мне делать? Как мне выйти из холодильника? Ну, капец. Я в самом безопасном месте, ребят, в мире. А почему? Это рука? Или это мое воображение? И что мне теперь делать? Я не могу выйти. Я себя заперла в холодильнике. Ну почему? Ну почему? Ну как? Ну почему? Все, я сломала игру окончательно. Молодец. Я просто умею это делать. Я просто могу, ребят. Вы не можете, а я могу. Ты видишь, как я клево сломала игру? Я просто залезла в холодильник. Просто залезла. Вот такая вот я. Женщина-загадка. Ладно, ничего, начнем эту главу сначала. Ну, уже что получилось, то получилось. Кто-то там в кустиках шевелится. Я не буду проверять. Меня это нет сам. Это офицер полиции пытался. Подождите-ка, ну-ка. Чего такое? Хочешь побалякать? Давай побалякаем. Да, полиция. Ага, как интересно. Ничего себе, я иду просто домой. Я обычный человек, который пытается идти домой. Да, я вам не вру, вы поймете, конечно, по моему лицу. А он, по-моему, переоделся, да, в этой главе? Он был, по-моему, в белой рубашечке и в других джинсиках, а теперь он-то вообще иначе выглядит. Прикинь. Я не знал, что кого-то убили. Я просто хотел пожить. Я просто мечтал о любви. И хотел идти домой. Так, я видел все еще мужчину. Мы будем придерживаться этой версии. Про женщину пока не говорим. Окей? Так, спасибо. Айцвай, полицай, драйв, фильм, бригадир. А как так произошло? Давайте будем смотреть. О,
Он пошел типа проверять. Ну и чё? Так он пошел проверять какой-то звук, и что с ним сейчас произойдет? Вы что, преследуете меня? Это должно быть очень странно. Идите домой сейчас же. Да я хочу, чтобы вы выжили. Пошли домой. Не задался у нас день. Что не день, то пердень. Жалко, конечно, полицейского. Ну а что? Вот, выстрел какой-то произошел. Ладно, на этом моменте он, видать, сдох. Ну, я тут ни при чем. Все свидетели, что я просто так тут ходил, бдил. И вот эта вот шаболда там где-то шоблается. Слышите, своими каблучками цок-цок-цок-цок-цок-цок-цок. А где она делает этот цок-цок, я не знаю. Как будто бы она где-то за мной, но я поворачиваюсь, никого нет. Значит, это какой-то обман. Может быть, кто-то где-то включал магнитофон? Ну, чтобы сбить меня с толку. В общем, неважно. В любом случае, сегодня я хочу покушать. Желательно, чтобы я снова не провалилась в текстуру холодильника, а то это будет печально. На этом наша игра с вами закончится. Она жила в холодильнике, да? Все, вот мы и дома. Чудесно. Да хрен с твоими соседями. Ну, убили и убили. Что бубнить-то? Главное, что ты голоден и хочешь поесть. Все, пошли. Куда это? Как это ставить? А. В микроволновку. А где тут свет включался? Кто там стучится у меня в окошке? Не надо. А я не могу смотреть в глазочек? Никого нет. Все, у нас готова еда. Ням-ням. Хера я жру. Вот это. Так, я теперь не голоден. Можно пойти спать. Ну, пойдем спать. Все. Надеюсь, ты закрыл дверь. Может, надо выключить свет? Что-то он не хочет идти спать. Почему он не хочет идти спать? Может быть, какать? Не понимаю. Короче, у меня ломается игра. Я хочу... Кто там? Доставка пиццы? Слушай, никого нет. Началась какая-то дичь. Я не буду открывать дверь. Дома никого нет. Я иду спатки. Я не могу идти спатки. Дать мне надо открыть дверь. Хорошо. Опа. Вы кто такая? Худимен. Здрасте. А вы кто такой? Вы здесь живете? Да, это правильно. А вы кто? Будьте осторожны. Я видел странную женщину, ходящую вокруг вашей двери несколько минут назад. Она очень криповая, так что я тебе решил об этом сказать. А увидимся скоро. Спасибо. Странный чувак. Что такое? Гусь? Я пойду спать. Ну, свалился у меня гусь. Ну, подумаешь, кто-то, может быть, гуся просто на вертеле там сушил. Так, 10-21. Прошло несколько дней, я так понимаю. Да, это третья глава у нас началась. Это Худи Мэн или это я? Алло? Ты работаешь допоздна сегодня? Да. Я слишком занят на работе сегодня. И меня не будет дома несколько месяцев. У тебя все хорошо? Что ты делаешь? Ну, я решил тебе позвонить. Что случилось, жена? Это очень важно, я должна тебе рассказать.
Я хочу поговорить с тобой о нашем доме, так что приходи как можно скорее. Но это показывает последние дни жизни вот этих вот чуваков, вот этой парочки. Моих типа соседей. Ну так они же сказали, что не капал бы. А, ну капал это парочка. Че это я играю за парочку? Я дома! Моя жена, наверное, уже спит? Ну, наверное. Любимая! Солнышко мое! Где, в каких краях мы встретимся с тобою? Туалет. Ванная комната. Значит, спальня у нас наверху. Почему я тоже как будто бы на каблуках? Любимая! Фига у нас тут подъем. Там кровь. Там кровь. Там кровь. Кровь. Под дверью кровь. Не дает, прикинь. Ладно. Давайте работать по скрипту. А! Нет, только не говорите, что вы убили котика. Нельзя котиков. Свет не работает? В душе никого нет? Не. Никто не моется. Все в какой-то непонятной крови. Котиков не вижу. Но кто-то мяукает. А, вот. Блин, ну только не говорите, что котик в микроволновке. Нет. Ух. Ух! Может быть, я посмотрю просто телевизор. Хорош. Кто-то начинает бегать. Сущность в виде гномика. Почему не могу выключить? Ну что такое началось? Что такое? Кто тут у нас бегает? Блин, все в крови прям. Может быть, на втором этаже какая-то дверь открылась? Сейчас посмотрим. Любимая! О! Это моя жена на писюн, похоже, с этого ракурса. Любимая? О, нет! Это шутка? Ну, такая. Херовая шутка, братан. Я сомневаюсь, что кто-то будет так шутить. А почему у меня фонарик не работает больше? Женщина в красном идет. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Ой. Короче, очень странная женщина в красном. Чем-то ей люди не угодили. Мы даже не знаем, чем. Это я поспал, да? Да кто решил меня навестить в такой поздний час? Да подруга твоя. Кто? Подружка твоя 100%. Женщина в красном. Я бы не стала ей открывать, братан. Чувак нас предупредил, сказал, не надо. Я не буду открывать. Дома никого нет. Пойдемте просто до... Давайте не будем отвечать. Это женщина сумасшедшая? Я должен позвонить в полицию. И чё, думаете, поможет нам позвонить в полицию? Мне кажется, херня вопрос. Так, они сказали прибудут через 2 минутки. Я должен что-то придумать за 2 минутки. А, куда-то спрятаться, видать.
Но есть у меня одна мыслишка. А где тут прятаться, извините меня? Где тут прятаться? Ты дурак, что ли? Где тут прятаться? Они сказали, что прибудут через 2 минутки. Я должен где-то где-то что-то это. Да. И что вы предлагаете мне? Может быть, мне надо выйти из дома? Типа бегать от нее по кругу из дома? Ну а какие еще варианты могут быть? Ну, такая вот тетя, веселетя. Нет. Да у меня не такая большая квартира, алло! Где прятаться? В этой квартире? В холодильнике я не могу себе пропихнуть. Все. Я спряталась. Я в холодильнике. Ребят, ну меня здесь точно никто не найдет. Вряд ли она будет открывать холодильник. Я выиграла. Ну, правда, я отсюда никогда не выйду. Ночь в холодильнике. Капец. Я умею богоюзить. Ля, ходит она. Она даже не может ничего сделать. Правильно, а что она сделает? Я выиграл. Я выиграл эту жизнь, сучка. Нет, а как это надо было от нее спрятаться? Где? Единственное место, которое я подумала, это холодильник был. Богоюзнутый. Значит, я все сделала правильно, получается? Ну, конечно, наверное, неправильно, но меня здесь не трогают. Я вот такая вот находчивая. Девушка-находка! На-на-на! Может быть, на нее надо было светить фонариком? Ну, сейчас полиция приедет, ее заберет. И меня вызволит при помощи МЧС. И все. 7 секунд осталось, ребят. 5, 4, 3, 2, 1. Все, я выиграла. Полиция приехала за женщиной в красном. Я пока не буду выходить. Я пока буду сидеть. Потому что умный сидит до конца. Ух ты. Ну-ка, давай-ка прочитаем. Женщина сбежала до прибытия полиции. Я не знаю, почему она напала на меня. С тех пор прошла неделя, но женщины не было. Но я слышу эти шаги каждую ночь. Короче, очень странная игра. Мне нужна пояснительная бригада. А чё я на полу? Братан. У меня чё, ноги отказали? А, там для собаки вот эта вот выемка была. Я могла туда вылезти или что? Ой. Она ко мне снова пришла. Тетя, не надо. Я ничего не умею, тетя. Плохой конец. Ну, кто бы сомневался. Ладно, плохой конец тоже конец. Если хотите, мы, конечно, поиграем в эту игру еще раз, так что пишите ваше мнение. А не забывайте подписаться на каналчик, а мы с вами скоро увидимся. Всем пока.